Александр Сергеевич Пушкин. Трагедия «Моцарт и Сальери». Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. И это ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству. Ребенком, будучи когда высоко, звучал орган в старинной церкви нашей. Я слушал и заслушивался, слезы невольные и сладкие текли. Отверг я рано праздные забавы. Науки чуждой музыки были постылы мне. Упрямо и надменно от них отрекся я и предался одной музыке. Труден первый шаг, и скучен первый путь. Преодолел я ранние невзгоды. Ремесло поставил я подножием искусству. Я сделался ремесленник, перстам придал сухую беглость и верность уху. Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй гармонию. Тогда уже дерзнул в науке искушенной предаться неге творческой мечты. Я стал творить, но в тишине, но в тайне, не смея помышлять еще о славе. Нередко просидев в безмолвной келье 2-3 дня, позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы вдохновения, я жег мой труд и холодно смотрел, как мысль моя и звуки мной рожденны, пылая с легким дымом, исчезали. Что говорю, когда великий Глюк явился и открыл нам новые тайны, глубокие, пленительные тайны, не бросил ли я все, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил, и не пошел ли бодро вслед за ним? Безропотно, как тот, кто заблуждался, и встречным послан в сторону иную. Усиленным напряженным постоянством я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Слава мне улыбнулась. Я в сердцах людей нашел созвучие моим созданием. Я счастлив был. Я наслаждался миром, своим трудом, успехом, славой, также трудами и успехами друзей, товарищей моих в искусстве дивном. Нет, никогда я зависти не знал, о, никогда, ниже, когда Пичини пленить сумел слух диких парижан, ниже, когда услышал в первый раз я офигенные начальные звуки. Кто скажет, что Сальери гордый был, когда-нибудь завистником презренным, змеей людьми растоптанную вживе, песок и пыль грызущую бессильно никто? А ныне сам скажу, я ныне завистник. Я завидую глубоко, мучительно завидую. О небо! Где же правота? Когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящей, самоотвержения, трудов, усердия, молений послан, озаряет голову безумца, гуляки праздного. О, Моцарт! Моцарт! Входит Моцарт. Ага, увидел ты, а мне хотелось тебя нежданной шуткой угостить. Ты здесь? Давно ли? Сейчас я шел к тебе, нес кое-что тебе я показать, но, проходя перед трактиром, вдруг услышал скрипку. Нет, мой друг Сальери,
смешнее отроду ты ничего не слыхивал. Слепой скрипач в трактире разыгрывал в уше сапе. Чудо! Не вытерпел, привел я скрипача, чтобы угостить тебя его искусством. Войди! Входит слепой старик со скрипкой. Из Моцарта нам что-нибудь. Старик играет арию из Дон Жуана. Моцарт хохочет. Ты смеяться можешь? Ах, Сальери, уже ли сам ты не смеешься? Нет, мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренной пародии бесчестит Алигьери. Пошел, старик. Постой же, вот тебе, пей за мое здоровье. Старик уходит. Ты, Сальери, не в духе нынче. Я приду к тебе в другое время. Что ты принес? Нет, так, безделицу. На медне ночью бессонница моя меня томила. И в голову пришли мне 2-3 мысли. Сегодня я их набросал. Хотелось твое мне слышать мнение, но теперь тебе не до меня. Ах, Моцарт, Моцарт, когда же мне не до тебя? Я слушаю тебя. Моцарт за фортепиано. Представь себе, кого бы, ну хоть меня, немножко помоложе, влюбленного не слишком, а слегка, с красоткой или с другом, хоть с тобой. Я весел, вдруг видение гробовое, внезапный мрак или что-нибудь такое. Ну слушай же. Играет. Ты с этим шел ко мне и мог остановиться у трактира и слушать скрипача слепого? Глубина, какая смелость и какая стройность. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь. Я знаю, я. Ба, право, может быть, но божество мое проголодалось. Послушай, отобедаем мы вместе в трактире Золотого Льва. Пожалуй, я рад. Но дай схожу домой, сказать жене, чтобы она меня к обеду не дожидалась. Уходит. Жду тебя. Смотришь? Нет, не могу противиться я доле, судьбе моей. Я избран, чтобы его остановить. Не то мы все погибли. Мы все жрецы, служители музыки. Не я один с моей глухою славой. Что пользы, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет? Подымет ли он тем искусство? Нет. Оно падет опять, как он исчезнет. Наследников нам не оставит он. Что в пользе в нем? Как и некий херувим. Он нам занес лишь песни сверху. Он несколько занес нам песен райских, чтоб, возмутив бескрылое желание в нас, чадах праха, после улететь. Так улетаешь, чем скорей, тем лучше. Вот я
Последний дар моей Зоры. 18 лет ношу его с собой. И часто жизнь казалась мне с тех пор несносной раной. И сидел я часто с врагом беспечным за одной трапезой. И никогда на шепот искушения не преклонялся я. Хоть я не трус, хотя обиду чувствую глубоко, хоть мало жизнь люблю, все медлил я. Как жажда смерти мучила меня, что умирать? Я мнил, быть может, жизнь мне принесет внезапные дары, быть может, посетит меня восторг и творческая ночь, и вдохновенье. Быть может, новый Гайден сотворит великое, и наслажусь я им. Как пировал я с гостем ненавистным, быть может, сменил я злейшего врага, найду. Быть может, злейшая обида в меня с надменной грянет высоты. Тогда не пропадешь ты, дары Зоры. И я был прав. И, наконец, нашел я моего врага. И новый Гайден меня восторгом дивно упоил. Теперь пора. Заветный дар любви. Переходи сегодня в чашу дружбы. Сцена вторая. Особая комната в трактире. Фортепиано. Моцарт и Сальери за столом. Что ты сегодня пасмурен? Я? Нет. Ты, верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен? Обед хороший, славное вино, а ты молчишь и хмуришься. Признаться, мой реквием меня тревожит. Ты сочиняешь реквием? Давно ли? Давно. 3 недели. Но странный случай. Не сказывал тебе я? Нет. Так слушай. 3 недели тому пришел я поздно домой. Сказали мне, что заходил за мною кто-то. Отчего? Не знаю. Всю ночь я думал, кто бы это был, что ему во мне. На завтра тот же зашел и не застал опять меня. На 3-й день играл я на полу с моим мальчишкой. Кликнули меня, я вышел. Человек, одетый в черном, учтиво поклонившись, заказал мне реквием и скрылся. Сел я тот час и стал писать, и с той поры за мною не приходил мой черный человек. А я и рад, мне было б жаль расстаться с моей работой, хоть совсем готов уж реквием. Но между тем я... Что? Мне совестно признаться в этом. В чем? Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мною всюду, как тень, он гонится. Вот и теперь, мне кажется, он с нами сам третей сидит. И полно! Что за страх ребячий? Рассей пустую думу! Помарше говаривал мне, слушай, брат Сальери, как мысли черные к тебе придут, откупай шампанского бутылку или перечти женитьбу Фигаро. Да, Бомарше ведь был тебе приятель. Ты для него тарара сочинил. Вещь славную, там есть один мотив. Я все твержу его, когда я счастлив. Ла-ла, ла-ла. Ах, правда ли, Сальери, что Бомарше кого-то отравил? Не думаю.
Он слишком был смешон для ремесла такого. Он же гений, как ты да я. А гений и злодейство — две вещи несовместные, не правда? Ты думаешь? Бросает яд в стакан Моцарта. Ну, пей же. За твое, друг, здоровье, за искренний союз, связующий Моцарта и Сальери, двух сыновей гармонии. Пьет. Постой, 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 ты выпил. Без меня бросает салфетку на стол. Довольно, сыт я. Идет к фортепиано. Слушай же, Сальери, мой реквием. Играет. Ты плачешь? Эти слезы впервые лью, и больно, и приятно. Как будто тяжкий совершил я долг, как будто нож целебный отсек страдавший член. Друг Моцарт, эти слезы не замечай, продолжай. Спеши еще наполнить звуками мне душу. Когда бы все так чувствовали силу гармонии. Но нет, тогда бы не смог и мир существовать. Никто бы не стал заботиться о нуждах низкой жизни. Все предались бы вольному искусству. Нас мало избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой единого прекрасного жрецов. Не правда ли? Но я нынче не здоров, мне что-то тяжело. Пойду засну. Прощай. До свидания. Сальери остается один. Ты заснешь надолго, Моцарт. Но уже он прав? И я не гений. Гений и злодейство — две вещи несовместные. Неправда, а Буонаротти? Или это выдумка тупой, бессмысленной толпы? И не был убийцею, создатель Ватикана. Пропустите главного товарища.